И чем же мой soulmate будет управлять сегодня? Ну отлично, если это действует как со слухом, значит сегодня мой soulmate может отключать мое зрение. Просто супер. Надо приготовить тебе завтрак, пока этот гад еще не проснулся. Твою мать, я нифига не вижу. Значит, ты сегодня решил раньше встать? Похвально. Знаешь, хоть ты отключил мне зрение, я все равно приготовлю себе кашу. Так, вроде все готово. Бет. О, мам, доброе утро. Я в другой стороне. Тут? Нет. Тут? Нет. Тут? Да короче, неважно. Лучше скажи, почему ты себе в кашу сыплешь соль и налила туда острый соус чили. Я думала, это моя соленая карамель. Черт! Пока зрение снова со мной. Знаешь, из-за тебя я осталась голодной. А когда я голодная, я очень злая. Бет, привет. Привет, Сара. Ты уже не в духе, твой соус что-то натворил? Оставил меня без завтрака, вот что. Сегодня он управляет моим зрением. Это паршиво. Так, сегодня каждый из вас будет решать, к примеру, доски на оценку. Элизабет, иди к доске. Пример легкий, решай, и я ставлю оценку. Элизабет, чего ты ждешь? Я не смогу решить, потому что я нифига не вижу. Ставьте свою двойку. Бет, ты сильно расстроилась? Да насрать, за эти дни я поняла, что фантазия у моего soulmate туфтовая, вечно одно и то же. Уже неинтересно. Увидимся завтра. Слышал, да, что я о тебе думаю? Ты уже становишься предсказуемым, видать, умом ты не блещешь. Ты что творишь? Я ведь на дороге, верни мне зрение! Девка, уйди оттуда!